До 1 июня на портале «Добродел» проходит сбор предложений по ремонту региональных и муниципальных автодорог на следующий год. На интерактивной карте портала отмечено почти 45 тысяч участков дорог. Чтобы предложить дорогу в ремонт, необходимо выбрать свой муниципалитет на карте, а затем отметить участок дороги, который необходимо отремонтировать. Каждый пользователь может оставить предложение по ремонту одной дороги. В программу ремонта на 2019 год включили 620 автодорог протяженностью более 700 километров.